Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами блюдом, на приготовление которого понадобится буквально 15 минут, но несмотря на это, блюдо это абсолютно полноценно. Приготовление я начинаю с того, что обжариваю лук, морковь и болгарский перец. Далее добавляю к ним филе индейки. Не обязательно использовать индейку, можно взять филе курицы. Пока у меня обжаривается мясо с овощами, я делю помидор на 4 части и убираю шкурку, делая при этом пюре на терке. Далее получившимся томатным пюре я заливаю овощи с мясом. Кстати, здесь у меня 5 средних, ну я бы даже сказала не очень крупных помидорок. Далее я подсаливаю блюдо. Можно, кстати, добавить приправы, какие вы любите. И начинаю аккуратно по одному разбивать яйца. Сверху добавляю зелень и оставляю под крышкой до полной готовности. Ну что ж, давайте попробую я, что у меня получилось. Пахнет, я вам скажу, это очень вкусно. Так. Вот набрала на вилочку все, что есть, и овощи, и мясо, и кусочек яйца. Слушайте, как же вкусно. Ни за что в жизни не скажешь про это блюдо, знаете, что это обычная яичница. Нет, эта яичница однозначно необычная.